прошло, словно и не бывало. На припеке тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый прямо в руки легло. Только этого мало. Всем привет. Выехал вечером. У нас целый день дует очень сильный восточный ветер. Спрятаться можно только здесь, а здесь днем делать нечего. Ну, я сейчас попробую. Меня так ветерком несет. Попробуем, половим. Потом туда пойду. Спиннинг взял Никс DX кастинговый до 140. Это предсерийник с другой ручкой. В серийнике ручка другая, ребята. Сразу предупреждаю, в серийнике вот настолько длиннее. Поэтому я себе оставил предсерийник. Кстати, катушку. Здесь стояла Тика. У меня Титан Клав. Я ее сейчас снял, поставил адреналин с другого спиннинга. Как-то она мне больше нравится. Здравствуйте. Привет. Я только приплыл. Да. У вас... Там сейчас за островом кучу рыбы нашли. Это где? Ну что, ты в обдах, ты чекады не хрена. А, понял. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло, только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло, только этого мало. У тебя что? А тут она может быть, может не быть. Видишь, я вот тут попадал так периодически на него. Может клюнуть, может не клюнуть. Честно думал, сюда. Опа! Есть? Да. А я ж тебе сказал. Биксот B3 у меня работает. Ты понял? Вот. Вот стояли, стояли. Болтали, болтали. Да. Ух ты, слушай. Да это, может, и не судак, может, щука. Что-то как-то прет. Оно так. А я не вижу ни хрена. Ух его! Да писец, тут такой крокодил. Вот она нахрен бы нужна. Да там ты чё, я тебе говорю. Там восьмёра, блин, неубиенная. Нахрен ты мне нужна. Вот её. Вот и нахрена она мне. Мама, вот какого хрена? Тише, тише. Ух, слушай, она не поранилась. Вот так вот. О, красавелла. Ну это пятак неубиенный. Правильно? Да, скажем, 6-7. Ну это, я даже взвешивать не хочу, если честно. Иди. Вот так вот. Вот ты понял? Не, ну что ты, адреналинчик. Да вот я сначала подумал, думаю, судак. А потом чувствую, что как-то явно не судак. Ну хорошо, слушай, она за самый краешек губы взяла.
Видишь, она даже не травмировалась. Вот. Слава Богу. Вот так вот. Вот такие мамки ночью. Уф. Командер Шет, 18-й, рулит. Фу, аж руки трясутся. А я наоборот взял палку полегче. Полегче. Она до 84-х, этот Б3, Биксот. Но я катушечку поставил, фалькон легкую. Вот, двушечек шнур. Думаю, как раз под судака нормально будет. Ну так не, ну двушка, а я что, ты что, это серьезный аргумент. Ну прям да, слушай, я не ожидал. Вот тебе и да. А взяла, кстати, вообще только так, знаешь, тук, легенький тычок. Вообще легкий тычок. Да, задала жару. Ну где судак-то? Тут вот слева от тебя два пупка мелководных, таких метр по 4,5, по 5. И на них обрывки сетей, я в них все время всаживаюсь. А я так судака хотел. Я еще так подумал, думаю, гля, какой хороший, явно, думаю, больше двушки. Давил прям. Ну, довольно много лет тут щуки особо не было в таком количестве. Она вся была наверху. Щука тут начала появляться где-то года с 10-го, с 11-го. И, кстати, я, знаешь, с чем это связываю? Я только недавно об этом подумал. В 10-м году была очень большая сильная жара. И на меляках вода сильно прогревалась. И, видно, щуке было некомфортно. И она порулила сюда в город, в более холодную воду, в ямы. И после этого она начала тут ловиться. И вот 11-12 год, это как раз мы начали ее тут ловить. А до этого ее тут вообще, тут судак один был. Тут щуки практически не было. А судака можно было наловить, тьма тьмущая. А потом она сюда зашла, и все. И она судака отсюда просто выдавила. Я сейчас, похож, с якоря снимусь и поплыву. Ну, а я якорь поднял. Сейчас пойду в сторону дома. Понесет меня как раз, меня ветром, как раз до дачи и понесет. А утром на реке 3 часа прокидал вообще болт. Вообще ни одной поклевки. Вот она такая рыбалка у нас, я же говорю. Все по темноте. Мне просто после Никса DX, который до 140, мне вот этот Биксот Б3 до 84 кажется пушинкой, вообще просто какой-то невесомой палкой. Да я еще катушку поставил свою легкую, фалькон. Мне все время спрашивают, каким мультипликатором ты обычно ловишь, ну таким, ну просто если не тяжелыми. А мне сказать-то нечего, потому что у меня самая бюджетная катушка, она стоит там 2,5-3 тысячи там рублей. А, правда, она тюнингованная уже по полной программе. И ну что я посоветую людям? Мне сложно. Хорошо, когда карта есть вот на эхолоте, я хоть. Потому что в темноте все равно, я так примерно-то я понимаю, куда я плыву. Но когда есть карта, всегда удобней. Я хотя бы четко вижу направление, куда у меня сейчас лодка идет и куда, в какую сторону мне сделать заброс, то есть где какие бугры вот вокруг меня. То есть я, по крайней мере, это вижу. Это к вопросу об эхолоте. Я даже датчик не ставил. Я, собственно, вот ловлю исключительно только исходя из того, что я вижу по карте. То есть по рельефу. А судака нет. Видать, не хочет он. Видать, где-то шляется по мелякам, что-то подъедает, а в яму не захотел сегодня сваливать. Ну, нет поклевок судака. Ладно, сейчас переедем тут. Листьев не обожгло, веток не обломало, день промыт, как стекло, только этого мало.